Всем привет на моем 208 стриме, и сегодня мы продолжаем проходить игру Wings of Wii, как и было обещано. Вот уже 20 стрим по ней, и пришло время пройти это дерьмо, именно босса в первую очередь, но и игру в целом. Привет, Индивис, привет, Фэбли Домино, привет, Фейл, и Андерет, привет, Андерет. Добро пожаловать. Индивис, ты свой чат пишешь? Что-то я об этом впервые слышу. 40 часов. 40 часов мы уже проходим эту игру. Так, сейчас надо вспомнить, что тут вообще происходит такое интересное. Так, вот это я помню приемчик с прошлого стрима. Первую собачку без урона вообще типа изи. Ну как? Я жал. Да хорош. Ну, фейл, ну вы поняли. Ну, бороться буду до конца. Рестартить буду, только если совсем-совсем будет прям в начале какой-то дурацкий урон. А, чат фейла? Чат фейл? А что за чат у тебя фейл? Какой-то, видимо, про который я даже не слышал, потому что вроде бы... Ну, бро чат это Кадеума, этот... Турет чат это Хламона, этот... Как его, блин? Забыл. Ну, платный. Рутони, ну, соответственно, Рутони. А, стрим-чат, по-моему, тоже какого-то чувака другого. А какой еще чат есть, я ничего не в курсе. Фейл-чат? Выглядит, в принципе, неплохо, но я так понимаю, что там возможности. Вывод сообщений, смайлы, подсветка ссылок, сообщений стримеру, чата по версиях окон, настройка прозрачности, скрыть рамки, захват чата через целый браузер или аналогичный плагин. В принципе, нормально. А счетчика, нету счетчика зрителей, да? А это довольно-таки нужная функция. Но вообще вроде нормально выглядит. И, ну как бы, то есть... Верным путем движетесь, товарищ. И я так понимаю, он бесплатный, да? Только у Рутони платный чат. Да что ж ты, ну пёсик, да лол, да он мне пол до этого снес. Удаляю. Что ж такое? Еще и попал под булаву. Блин. А, опенсорс даже? Ну, не, ну нормально, нормально. Как бы... больше чатов хороших и разных, как говорится. Чем больше конкуренция, тем лучше будет какой-то из чатов.
А смотри, вот такой вопрос. У тебя смайлы с Твича платные отображаются? Из этого, с Good Game, ну, просто смайлы. Ну, то есть, чтобы именно все, потому что вот я сейчас пользуюсь стримчатом, и у него там некоторые только отображаются, но далеко, мало, короче. Да блин, не попал, ну, дурацкий пес. Блин, вот уродство. Ой, как неловко-то, ой, как неловко-то. Привет, Теркил, давно тебя не видел, что там? На Твиче сабскрайберские есть, на КГ с малых каналов тоже. О, вот это хорошо. Давай, короче, пересчетчик, и тогда, наверное, я даже твой чатик возьму, ну, чтобы пользоваться. Потому что в целом мне нравится. Блин, вот я каждый раз, когда Turtle заходит, чувствую себя не очень из-за того, что я до сих пор его игру не постримил, но которую он мне подарил, и там, блин, ну блин, короче. Обещал постримить, и до сих пор, блин, руки не доходят. Да что ж ты, блин. Это пес. Ну будет когда-нибудь, будет игра это. Но когда, пока не могу сказать. Ну, обещанного 3 года ждут Пека. О, хреновая фаза. Хотя нормально, кстати, разрулил. Ой-ой-ой, ну что ж ты делаешь-то? Вот упоротый, ну... Чё-то тайминг какой-то странный был сейчас. Так, в смысле, нет, вино, тут ты не виноват. Он тебя просил застримить, ну, реквест, да? Ты застримил и прошел игру полностью. Так что тут как раз тебе я хз, что-то там чувствуешь не очень, по-моему, все нормально. То, что он не зашел, как бы это его проблема. А, ну да, конечно, если я пойду блит играть, я тебе напишу.
Ну, как минимум, да, как минимум. Я точно вначале пройду Wings of V, восьмой мир в Боше на рейпе. Это вот минимум, да? А потом будет видно. Может быть, как раз таки и пойду в твою эту блит. Ну, я не обещаю, что я челлендж тот буду выполнять, да? Я же тебе ни разу не говорил, что я обещаю его пройти. Но просто хотя бы игру пройти, я пройду. А, насчет челленджа, ну посмотрим. Но я как бы никогда не обещал, что именно буду его выполнять. Не, ну сегодня я должен этого босса пройти. Ну вот, по-любому. Так, красная уже достаточно, в общем-то, получила. А, ну понятно. Видите, не из ваших руки. Все нормально, можете сидеть и без рук. И у меня тут свобода. Как это сказать-то? Рукоизъявлений. Да, я на геймпаде Xbox 360 играю, и нет, ну, то есть нужно направление держать и стрелять в этот момент. То есть я не могу лететь в одном направлении, а выстрелить в другом. Привет, Алекс ВС. Я надеюсь, хоть после этого уровня будет какой-нибудь, ой, после этого босса будет какой-то интересный уровень, ну, чтобы размяться. А то у меня два босса подряд, то есть перед этим боссом я же тоже босса убивал, прям, ну, прям подряд, то есть не было между ними уровня, потому что я нелинейный уровень прошел немножко неправильно. То есть я прошел, получается, два уровня подряд без босса, и в итоге теперь у меня два босса подряд. Ой-ой-ой, как я не круто сделал. Ну, как я не круто сделал. Что-то я думал, что не достанет. Да что ж ты делаешь-то? Нормально заспамил собачку. Да почему она с трех ударов не умерла? Ну лол. Ой-ой-ой, ну опять эта фаза, ну лол. Самая тупая. Тут одной не хватило, вот ведь.
Да, о, ну вот это был фейл, чисто фейл. Как я мог под балу... под балу подставиться? Боксовые хитбоксы? Да нет, там, по-моему, нормально. То есть, нет, ну, то есть, если моя ошибка чисто была. Да собачка, ну, как же она, вот, хрен убьешь порой, да ну и вы... Привет, Угибасти. Да, блин, не знаю, зачем я рестартнул, надо было жить. Ну, что-то импульсивно. Мне кажется, на ангел моде, наверное, капканов нету здесь. И, возможно, вообще этой булавы нету, которая вращается и пускает пульки. Хотя, честно говоря, это не очень сильно поможет, но прям. Чуть-чуть да, но не очень сильно. Размикрил. Что я сделал? Ох ты ж, какую я фигню-то сделал. Ой, жесть, ну чё я за фигню сделал? Охренеть, просто испортил практически победную попытку, скорее всего. Оно просто все не по тактике пошло потом. Из-за одной ошибки. Привет, Гвини. Атака длинная? Это я взял такую, это... Ну вот, видишь. Но тут сейчас я не могу, это ближний бой именно. Ну, это типа секретка. Привет, Awake. Лагает? Не должно лагать. Ну, это у некоторых Twitch лагает, но это не из-за меня. То есть у меня дропов ноль. И битрейт я, как и обещал, снизил до 2500. Ну все-таки заделала собака.
Ну давай нормальную еще раз попытку, вроде пока норм идет. Что интересно, у них поровну урона. Обычно у красной больше. Выходит. Есть. А, ну на как на огонь-то? Фух. Я не знал, что делать. Дошел немного дальше четвертого босса и тропнул игра. Четвертый босс это какой был? Это робот, что ли? Я не помню точно. А, с лазером. Да, там очень микротайминг. Там микротайминг тоже погорел там нормально, кстати. А, ты еще и на ангел моде даже. Привет, плюшечка. Ну да, тут что-то пипец. Да я тоже думаю, что сейчас пройду, но все равно. Блин. Но, блин, этот босс полную концентрацию требует. То есть я вот даже, я практически сижу, молчу, да, потому что, ну, это пипец, что-то прям как-то плотно. Хотя вроде бы все заучено практически. Но вот особенно вот с собакой очень волнительный момент постоянно. Он такой. Ну вот видите, урон.
Да выскочила из пропасти собака, ну как так можно? Блин, не очень она. Опять это, ну блин. Чё это такое? Как-то какая-то хреновая страта опять пошла. Да лол, какая-то хрень пошла. Я хз, что-то сбилось. Что-то просто сбилось. Ты больше подкорял, чем стример. А чё, он несколько раз ты отправил? В колледж? Ты в колледж учишься? Не, ну если вам не нравится, могу убрать его. Так, это... А, это компаньон. Блин. Что позабыл? А, это хэд, по-моему. Ладно, фиг с ним, пусть будет. Все, еще минутку. Ну мне он вообще никак не мешает. Я не знаю, как вам, но мне, например, он не мешает вообще. Только что вернулся с урока английского. Нет, он всегда так здоровается. Аксессуари скарф. Шарф. London is the capital of Great Britain. Еле убил этот песика опять. Блин, шарф тащит реально вообще. Да опять какая-то хрень произошла. Ну опять какая-то хрень произошла. Я не знаю, как из этой ситуации выходить. То есть я, ну, я эти тактики не разучил, когда вот в такой последовательности она. Ну, это слив. Потому что этот шар вообще не в тему, откуда он взялся. Не, что-то шарф не затащил пока. Я знаю, почему вот эта страта появляется, потому что я справа стою. Надо стоять слева в начале этой фазы.
Блин, я что, два урона по сад получил? Или, а, нет, один, да, вроде. Ну, все равно, даже один. Он там не нужен был, явно. Да как ты не умер-то, ну... А, ну, опять, короче, не очень. Вот, надо сейчас тут стоять, слева. Что-то с прыжком просто сбрыл, я не смог прыгнуть нормально. Хэза. Ну, типа, я же жал там, ну вы знаете. Как ни странно, но я вроде научился эту фазу размикривать. Практически. Вот это плохо, ну вот там хреново было уворачиваться. Максим доходил до кабана, который агрится. Эй, это очень далеко, это самое начало игры, это очень далеко отсюда. А, вот так он еще раньше, по-моему, этот тип. Ну, вот такой, типа, дракончик. С очками у ГГ эта ситуация становится жизненной? В смысле, какая ситуация? Я, видимо, уже упустил просто мысль, извини. Блин, огонечек задел. С этими баловами раз на раз не приходится. Да лол, ну ты смеешься что ли? Почему такой тайминг быстро был? Что-то тайминг был слишком короткий, странно. Такое ощущение, что он не статичный. Игра Feels Batman, я такой не знаю. А, ну понятно, Инферно, да.
Получил все-таки урон. Уравнял. Да какой полет! Слушайте, а мне кажется, или тут можно не скользить, а влево-вправо ходить? Да почему опять такой тайминг? Я не понимаю. Ну давай, Фабина, удачи. Привет, Ксенрир. Немчик. Привет, Купер. Ну, я до MC3 не играл. Ну, так, чуть-чуть видел начало, там, сестра играла давно еще. Привет, Владислав. У нас тут, я слил победную попытку. Ой, что сейчас было? Странно, что я урон не получил. Все вернулось. На свои круги. Да почему ты вниз стреляешь? Тьфу ты! Чё-то я затупил. Ну я просто думал, что опять какая-то лажа под таймингами, и чё-то начал торопиться. Чё-то странно они себя вести начали. Очень странно. Как будто не хотят проигрывать. Да, любитель слэшеров. Но, ну, как бы любитель, но тем не менее мало играет все равно. Орки просекли, что человек учится и вырабатывает страты, теперь они решили сломать систему. Да, что-то... Где стрим побольше на рэпе? Где Ви, Индивис? Серьезно, что за вообще это? Где? Где это все? Чат наверх убрать? Не вопрос. Но там вроде ничего особо не закрывает. Есть платформа же посередине. Привет, Асер.
Вот, сейчас нормальный тайминг. А что до этого было, я вообще без понятия. Да лол, ну почему он, у него траекторию почему-то фиг предугадаешь, хотя, казалось бы, там угол падения равен углу отражения, все дела, но что-то на самом деле как-то вот из-за хитбоксов очень стрёмно. Да собака меня убила. Если подлагивают, можете смотреть на Good Game. У меня, потому что я не знаю, что у вас с Твичом, или у кого там, или у Твича с Твичом что, но у меня стоит, я понизил по вашим просьбам битрейт до 2500 на Твиче, и у меня ни одного дропа нету, и как бы, ну, что я еще сделаю? Но на Good Game 1,5 мегабита битрейт и VBR. Так что можете там смотреть. Но как бы я не знаю, не должен Twitch лагать. Ну, как бы, именно для этого у меня Good Game и есть, для тех, у кого лагает, потому что иначе у меня бы не, я бы вообще только на Twitch бы стримил, потому что, как бы, чисто на Good Game у меня аудитории практически нету, ну, вообще нету. Раньше там вот Snap хотя бы был, сейчас он на Twitch, если и заходит, то на Twitch, так что, мне от Good Game мне смысла вообще нету. Как бы, как канал я там тоже особо не поддерживаю, поэтому, то есть, у меня Good Game только для тех, у кого лагает чисто как плеер. Вот я не очень. Да это ж лучшая фаза. Там подката не надо делать. Вот, блин, пипец, конечно. Чё-то я тормоз. Там еще и урона кучу наносить можно. Да я говорю, если на ютубе смотреть, тут по-любому все боссы изи, если на ютубе смотреть. Я-то сам все изучаю. А это уже совсем другое дело.
Блин, и что с ней делать, непонятно. Мне кажется, надо фиолетовую вначале убить. По-моему, будет проще, потому что с этой как-то вроде с красной проще. Да никаких спойлеров по тактикам на боссе. По тактикам сразу можете подсказывать. Не, Инферно, ССК2 ТВ вряд ли. Плеер, да, а ССК2 ТВ вряд ли. Тем более, кто такие ИКО? Ну да, до одного хп, да, значит, ну блин. Что-то не прожалось. Как бы одно дело, что я не хочу на Ютубе, да, смотреть страты, а другое дело, если как бы на моем же стриме чат подсказывает, это нормально. Ну, по крайней мере, в этой именно игре, в этой игре я разрешаю. То есть, даже наоборот, спасибо вам, если будете помогать со стратами. Особенно, если вы их не видели и просто догадываетесь, то это ж тем более. Да, чуть-чуть что-то не размикрил. Ну, что-то я уже много потратил, конечно. Да лол. Ну, по крайней мере, я на этой фазе стал урона кучу вливать, это уже радует. Причем реально кучу, я же их постоянно пью, там хожу. Так, красный больше не наливать. Привет, Ангел Твич Рус, привет, Метал Серж. Хобино и Ко. Почему? Ну ты видишь, я по стратам все делаю. Если бы я делал не по стратам, то я бы не оставлял так мало здоровья. Да лол, ну вот это вот сейчас не получилось просто. И сейчас не получилось.
Я думал, он заденет. Лол, огонек. Ништяк. Да, должен этот стрим убить, но надо вот это сделать просто. А когда вот сопли остается, не регенит. А когда вот станет 0, вот тогда начнет регенить аж 3 хп. Ну, в смысле, 3 блока. То есть именно суть в том, что начинает регенит, когда именно все потратишь, а не когда меньше там 3 будет. Ой, не в ту сторону сделал подкат. Я теперь рад этой фазе. Раньше ненавидел ее, теперь рад. Блин, вот ведь не размикрил. Блин, песик. Хеза, как от этого уйти было? Ну просто сплошной стеной на меня летели они. Да лол, ну почему я об этом умер? Второй раз уже. Так тупо. Ну, серьезно. Это даже не атака, это просто они убивают свои же булавы эти. Лол, вот это сейчас очень бредовый был ран. Просто за стол почил. Ух ты ж, прям в спину выстрелил. Не знаю, как там, не знаю, как от этого было уйти. Но вот они иногда просто... Я даже не уверен, что тут All Attacks are Dodgeable. Солгрин же по-любому тестировал, да, что по-любому можно ведь без урона пройти. Я абсолютно в этом уверен. Так что, видимо, это моя ошибка.
Нет, они обе главные. Ну, то есть надо обеих одновременно сминусовать. Ну, Инферно, потому что такая тактика, потому что фиолетовую сложнее равномерно сносить. Из-за собаки, в первую очередь. Да ничего, при нормальном раскладе мне хватит, в принципе, здоровья, чтобы снести все. Ну, видишь, поровну урона практически. Ну, как бы, да, не всегда так получается, я не спорю, но... Тем не менее. В целом, как бы, я уже страты не хочу менять. Уже у меня нормальные страты, и хватит для победы этих страт. Просто нужно сделать. Просто нужно нормально делать попытки. Вот, сейчас, смотрите, хорошо разметил собачку. Сейчас плохо размикрил. Но тем не менее. Видишь, опять даже фиолетово больше потратил. Ух ты ж! Главное не переборщить, главное не переборщить. А, ну куда? Так, красный больше. Да куда? Красный же не вливать больше. Вот я упоролся. Повезло. А, давайте сливать. Просто подальше встать надо было, и, по-моему, я бы слил бы ее. Размикрить это значит, что, ну, как бы, то, ну, о, как сказать, тонкое управление, то есть ты когда делаешь очень точные движения, то есть микродвижения какие-то очень точные. Привет, актеров. Индивис, а вот до этого нет, а вот именно на этой попытке чуть-чуть начал волноваться, да. Привет, Бубу, два Бубу или Ту.
Я же говорю, убийство вопрос времени. Ну просто, блин. Надо сделать. Надо сделать. Но при этом надо не расслабляться, потому что это все делается на большой концентрации. И если я расслаблюсь, просто не будет таких хороших попыток получаться. Так, ну не на этом же урон получать, да что ж такое, ну вот это вот, от этого горит немного. Ну блин, ну это даже не атака, ну серьезно. Наверное, кроме меня там никто урон не получает. Ну, что-то уже слил, по-моему. Хотя, надо попытаться. Не, ну в смысле, я в любом случае пытаюсь так-то, да. Только не получить урон здесь. Так, не волнуйся. Не волнуйся, ядрить. Так. Блин. Да, я не думал, что на... Ну, короче, да, надо... Надо как-то, чтобы он не перекрывалось. Все, понял. На этой фазе нельзя брать, когда они вдвоем стоят. Потому что иначе я просто не могу стрелять. Все, понял. Ну, это я запомню. Вот тут, кстати, вот я вспоминаю слова Снапа, что... Хреново, что нельзя вручную переключать между дальним боем и ближним. Ух ты ж как тоненько. Не, ну каким же нереальным этот босс в самом начале казался. Просто настолько все заспамливает, это ужас. В итоге оказался, ну... Не, ну как бы он и оказался сложным, да, но... Все заучивается постепенно. Я, конечно, может быть, зря в прошедшем времени уже говорю о боссе, но я думаю, что все-таки...
Сейчас сольем. Да, я не умер. Ну лол, я еще не умер. Так, все. Fuck yeah. Тих-тих, сейф где там? Все. Все, оба врат открыты. Мы должны быть очень близко к достижению лагеря, логова. Мы будем ждать тебя тут. Все, easy life, easy game. Но я думаю, тут, наверное, автосейв все-таки. Привет, Дезмонд, играем. Ну, короче, нормальный такой босс, нормальный. Ну, все терпимо и все проходимо, конечно. Немножко волнуюсь, но никакого, руки не трясутся, ну, почти. Ви, рада видеть, что с тобой все в порядке, давай продолжим. Так, давайте очки снимем. О, у нас новый аксессуар. О. Так, ну булава имба, по-любому. Булаву сложнее было микрить. Итак, это логово демона. Нет, у нас нет, блин, короче, вы поняли. Нет времени, чтобы его терять. Пошли. Как это по-русски сказать, блин, что-то я вообще забыл уже. Короче, погнали. Прыгать? Ви, помоги. Да вы только спрыгнули, уже помочь. Посмотрите, что у нас тут. Ви. Маленькая мисс... Мисс отлично, типа. Мисс великолепная. Или мисс тут это пропуск. Я что-то не понял немножко. Predictable, тоже не знаю слова. А, нельзя тратить время, да. Last time did count, you know. Uh.
Не пойму тоже. А, мисс совершенства, ну да. Не пойму. Это последний раз не считается. А, тот последний раз не считался. Да. Типа, мы в середине главы. ХЗ. А, английский. А, просто раз не считается. Ну так погнали. Привет, JustObserver. Я так не думаю. Я даже не собираюсь тратить время на тебя, Ви. Я оставлю тебя здесь для моих миньонов, чтобы они, ну, позаботились. Чтобы мои миньоны позаботились. Чирио. Да не, вряд ли босс. Не, ну хоть... Ну, если честно, думал, там не смерть. А, это... Так, это что такое? Ну это по-любому урон наносит. А. Чё? Как-то странно, это надо именно задеть. А, это тоже убивает. Ну я думал, может там секретка или еще что-то. Странно, а я не понял, оно с оружия не убивается. Я не знаю, где секретки находятся. А, они все-таки не наносят урона. Так, на это же вставать можно? А, нет, там кусачки. Да что такое? Не, ну хотя бы платформинг пошел какой-то. А не то, что, блин, босс. Просто бустраж какой-то. Ну, не понял, я туда не допрыгнул. А, может с подката? Я же на это не могу встать, правильно? А, я на это могу встать? Да лол. По-моему, я на это могу встать. Ну только надо успеть еще. А как? Что-то я не помню. Два маленьких, что ли, прыжка сделать? Ну я понял тебя, Индевис. А ты, походу, уже заспойлерил себе всю игру, да? Ну, на самом деле, JustObserver, если ты еще смотришь, ну как бы, тут такой-то сюжет, как бы, знаешь. Чуть лучше, чем в Боше. Да что ж такое там? Но если честно, вот когда, знаете, когда в Боше убиваешь босса, то прям пипец какое-то облегчение, там особенно сложного кого-то там Соника или тем более Салгрина там, да. А когда я убил этого босса, ну я просто такой, ну как бы,
ну все, наконец-то, да, типа отпустило, но, ну вы видели, я даже там, не знаю, не орал там, ничего такого, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Да хорош. А, там еще и кусачки. А, вот эта фигня, по-моему, не убивается. Я Dark Souls только один стрим проводил. Я, ну, в начале там сюжета мало было, поэтому я не знаю. Нет, а там не зависит, там оно, там именно зависит от того, то есть именно от того, когда я задел, а не от, ну, ну короче, нет, а не от этого. Попробовать все-таки это убить. А, оно убивается, окей. Давал. Привет, пророк. Не Дэвис, но... Ну, много какие. Ну... Ты имеешь в виду, типа, хардкорные? Ну, кроме Айван... Да не знаю, ни в какие, наверное. Ну, какие? Я на стримах кучу игр прошел. На самом деле. Да лол, я думал, не попадет. Но у меня есть как бы список пройденных игр в описании. Ой, кстати. Ну, короче, там вкладка стримы. Первая вкладка, это вообще надо уже удалить. Вот, еще ссылка. Там вкладка, короче, стримы. Правда, я, по-моему, я туда еще Денсетсу не занес. Ну, короче, ну, в основном там все есть. Ну, и это не считая Стартрека. В Стартреке в отдельном, ну, там отдельная вкладка. И Айваны отдельная вкладка. Привет, Райс. У меня битрейт 2500. Ну, чтобы нормально все было, не купило. Да лол, у большинства это... У большинства, блин, интернет 3 мегабита позволяет, ну... А, для остальных Good Game есть. А, не хочу проверять, есть ли секретки тут. Так, вроде не выглядит сложным прыжок. Да вы издеваетесь. Да почему так много врагов-то? Без сейва. Вот представьте, да, вот представьте просто на секундочку. Doom It мод. Умираешь с одного урона. С одного урона, любого. Я хэза. Нет, не прошел, конечно. Ну, как бы и не хотел. Но я только так попытался, на изи прошел один экран вроде. Да, на один экран прошел. Да нет, даже думит на Мортале. Это уже практически невозможный режим. Ну... Хотя бы фактом того, что он практически невозможен, является то, что до сих пор на Ютубе нет на Mortal плюс Doom прохождения.
Даже не от корейцев, ни от кого. Я не знаю. И игра не, ну, достаточно популярная, по крайней мере, в определенных кругах, чтобы попробовать это сделать. Если уж есть спидраны, там даже на Games Don't Quick. Я не убил босса на экстра, ты чё, ты что-то путаешь? В смысле, пророк, что будет реалистично? Привет, мистер Набомнини. А, да это не босс, это фигня какая-то. Блин, дайте ему ссылку на Good Game. О, Бурнарос, привет и спасибо за хостинг. Как там? Чё-то стримил еще после этого? Кто не знает, короче, Бурнарос стример, который стримит, ну, к сожалению, без микрофона, но зато он прошел Sonic 3 и Knuckles игру, то есть которая вот эта полная, да, версия с 14 уровнями без смертей. И я вам скажу, это довольно сурово. Смену качества завезли? Что-то странно, да? Даже 20 зрителей нет на Твиче. Я не знаю, что за хеллспаун. У меня только думит открыть и все. И Пурифит у меня не будет открыт. Потому что, ну, я же не все секретки собрал. Да что такое, я не могу это размикрить. И, Бурнарос, я так понимаю, ты сейчас будешь проходить 3D Blast на этом, да? Без смертей. С этими, с изумрудами. «14.5»? Не, не стримил, он обо мне не хочу. Не хочу стримить 14.5. Не знаю, когда-нибудь может, но вообще не хочу что-то. О, бессмертие индивиз, что ли, получается? Ну, это стрёмно, конечно. То есть вообще сейвов нет, даже между уровнями нету, да? Ну, смену качества раз же дали. Ставь мобайл там, или... хард, как сказал... кто, по-моему, Defender сказал, да? Смотрите Twitch на харде, короче, у кого не тянет. Вместо хай. Или это Фабино был, не помню, но помните Фенди? Ну не суть. Как где успехи? Да вот, сегодня прошел босса сложного, у которого 3 стрима, или сколько, 4 стрима проходил. Привет, Ornstein in Dragon Slayer. Это Mortal Mod, то есть средняя. Ребят, дропов 0. Дропов 0, не знаю. Ну блин, ну дропов 0, серьезно говоря. И процессор не может быть... А, знаете что? А может и процессор загружен, кстати. Блин. Что процесс 83%.
96. Слушайте, а может быть у меня процессора не хватает? Лол. Что за дно? Блин, а что мне отключить-то? Мне даже отключать нечего. Не, слушайте, а может быть это... А, все-таки все ок, да? А, то есть даже шипы не ваншотают. Ну, в принципе, на ангел моде точно можно попробовать. Ой, господи, какой попробовать? Я Wings of Yi удалю, когда пройду. Она очень жесткая слишком. Ви отключи. Не, ну раз хотя бы у кого-то все хорошо, значит все-таки да, значит проблема не на моей стороне. Но проц все-таки проц под завязку, тем не менее. Но это из-за двух потоков. Вот как это без урона пройти? Да вы серьезно? Как? Просто как? Подсказывать именно тактики, да, но только не спойлеры никакие, хорошо? Эдвард Кеннивой, привет. А точечки это типа загрузка сообщения? Или что? Да ладно, пророк. Ну чё, и чё я говорю? А я что? Я чё, Камилию Третью, что ли, спидранил или что? Тем более, ты всегда можешь пройти на ангел моде. Привет, Фейсген. Да лол. А его набит только 15. Но не, я же не на 1 CC пришел. Но тем не менее, тот режим, который прошел, я его прошел. Ну, как бы лучше его уже нельзя пройти. Ну, по крайней мере, в смысле, ну, формально. То есть там одна концовка. Так ангел мод это и есть средняя сложность, пророк. А это хард. А демон мод это, ну, типа, супер хард или импосибл, как угодно тебе будет. Не, импосибл это сдумит мод все-таки. А там нельзя спидранить вроде. Но там закрыта стена. Ну, ангел самая простая, и это считай... Нормал. Но потому что изи тут просто нету. То есть эта игра, она при любом раскладе, она не изи. А, бессмертие все-таки. Ну, нет, но я же говорю, в том режиме, в котором я играл, там одна единственная концовка. А я могу точно сказать? 70%. Не понял, она сама вправо пошла.
Вот это вот не надо было говорить. Слушай, да, давай без этих. Вот эти лучше не надо говорить. Ну уже поздно, ну лол. Но я хотел сам увидеть совку до конца. Ну это, конечно, лучше, чем мне Индивис сказал, что это только две трети игры. Но все равно. Блин, да там из-за урона нереально, короче, пробежать. Не, надо... Надо страту искать, хз. Перевели на русский? Нормально, неплохо. Но я перепроходить не буду. Вот Индивис на русском по стриме то. Посмотрите. Но он, правда, сказал, что проходить. Да лол, ну Индивис, ну. Короче, ты пройдешь, я же знаю. Как раз на русском покажешь там S-сюжет. Да как это? Я что-то вообще не понимаю. Блин. Нет, экстра сразу удаляй. Ну не знаю, Индивис, ну как-то. Ну а почему нет? Ну то есть. Это знаешь, типа как там говорят, там, знаешь, правда глаза колят, да? Вот и ты как бы играешь в игру и представляешь, что в ней классный сюжет, да? Но ты не хочешь знать, какой на самом деле он. Ты понимаешь, я пока до этой платформы дохожу, у меня уже жизни нету. В этом проблема. Я же его убивал уже таким образом, но у меня жизни не остается, пока я дохожу до платформы. Видишь, у меня как мало жизни? Я ж так уже проходил. А там дальше еще враги.
Нормас. Привет, Дон Грей. Не дано понять, ну ты, конечно... Да лол, а как? Не понял, а что делать? Я не понимаю. На ГГ 320 на 240 не может быть. 720p везде. Да лол, что-то я не понимаю, ща. Причем не просто коснуться, то есть надо выйти из хитбокса обязательно. А, или какое-то время должно пройти. Я даже и просто не могу три раза. Я уж молчу про то, что после трех раз еще надо направо как-то уйти. Да, давайте подсказку, пожалуйста. А как? Я думал про это, ну а как? Окей, допустим. Как вот так? Ё, надо больше ее 4 раза надо коснуться. Так, Инферно, давай без этого, пожалуйста. Не надо даже говорить, там, легкий, нелегкий, там, убью со второй попытки, или буду сидеть месяц на нем. Ну, это может сильно задизморалить, и я дропну игру. Снизу платформу пролетаешь, касаешься, встаешь на край, рушишься, потом наоборот делаешь. Опять пролетаешь снизу и идешь к чекпоинту. А-а-а, что-то я об этом не подумал. Блин. Не так. Тут полет, прыжок, прыжок. Так. А, не.
Ну, я скажу вам, это не очень потно. Были намного потнее моменты на предыдущих уровнях. Ну, вроде бы. Ну, не знаю, пока выглядит терпимо все. По крайней мере, тут не надо ни в кого стрелять. Вот честно, вот... Когда надо в кого-то стрелять, еще в полете там в каком-то сложном, вот это жопа, а это нормально, это фигня. Блин, так как там... Надо там полет вначале использовать, ну, когда под низом. Да... Опять спойлеры. Ну нафига? Я думал, что там дальше будет все няшное и легкое. Ни одного врага больше. И вообще концовка без босса. Пека. Сложность Mortal Mode, то есть, ну, типа нормал. Ну, средняя. Она нифига не нормал, но она средняя. Не понял, а почему я не могу туда запрыгнуть? Я разве сказал слово пока? Ну, ладно, не суть. Блин, что-то я пока не пойму. Да что ж я делаю? На любом случае, именно я же про этот момент говорил, что этот момент не такой уж и потный, но вот... Ой. Что-то не подкатнулось. Блин, как что-то вот как я что делаю не так в конце, не пойму. Может быть, надо вначале все-таки крылья использовать, да, потом уже два прыжка. Прыжок, порхание, прыжок. Но нет. Ой, что я сделал? Нет, не пойду, это демон мод. Нет, не пойду, Инферно, ты что? Да что я делаю? Я пробовал включать этот демон мод, я первый уровень не прошел. То есть смотри, я случайно, когда первый уровень пытался пройти, я потом обнаружил, что игра на демон моде. Я за 100 с чем-то смертей не смог пройти этот уровень, там, на первом боссе. Ну, типа, ну там даже не босс, а так, там фигня такая, типа, небольшая, с кучей врагов. Я так и не смог пройти за 100 с чем-то смертей, потом... Переключил на Mortal Mode, я прошел этот уровень вместе с этим моментом за 2 смерти. Это вот как бы, чтобы ощутить разницу между этими режимами.
Да, геймпад Xbox Steam. Да почему ты подкат не делаешь? Гитман на демоне уже проходит. Даже, говорит. Даже Гитман. Обратно к чекпоинту? А каким образом? Привет, Барсенка. Не знаю, как это... Как я обратно смогу вернуться. Не, да да нет, это чушь, как я обратно, там мне тупо не хватит. А к тому же, даже если хватит, то потом как я туда пройду? Ну, наполнение, но никто же тебе не запрещает любить сюжет, то, пожалуйста. Нравится, так нравится. Не, я что-то, ну, тут явно чего-то не хватает. Чего тут мне не хватает? Где-то секунды целой. Ну, блин. Хорошо, я попытаюсь. Не, ну в смысле ты говоришь, что надо убить и потом сюда прийти? Ну ладно, спасибо. Спасибо. Да блин, этот глазик бесит. Нельзя, да, никак, короче. Пропустил. Ну, пророк, вот пройди и узнаешь, как это пройти. Блин, что-то пот какой-то. Не, вернуться нельзя. А, я пропустил. Когда прыгнуть в первом мире за храм... А, в храм за атакой? Не понял. Да, Фабино Ви подарили. То есть он будет проходить на... Ну, ты понял. Боша нового поколения? Ну, можно и так сказать. Это от создателя Боша игра. Товарища Солгрина. Давай глянем. Фабино мало того, что будет Ви проходить, он еще и будет проходить его на, ну, на всех сложностях, потому что ачивки же. Я так понимаю, есть ачивки за Demon Mod, так что, скорее всего, будет проходить на всех сложностях. Э-э-
Не помню фейсген. Честно, не могу сейчас сразу. Даже по этому рисунку не могу вспомнить. По теплоте и легкости игры, ну. Такая вот она. Не, ну это учитывая, что это последний уровень. Но вообще вся игра тоже так довольно-таки напряжная. Но в отличие от Bosch, это официально вышедшая игра в Steam. Год стримов Ветви. С какого раза Твиноркс убил? 4 стрима. С какого раза? Ну там где-то 3 сотни. Где-то 3 сотни смертей. Да лол, ну... Очень сложно почему-то вниз выстрелить. Да этот глазик, он сам активируется. Не понимаю пока последовательность действий. О, нифига тут лол. Жесть. О, это жесть какая-то. Вы посмотрите, что мне нужно сделать. Мне нужно мало того, что запрыгнуть на эту маленькую платформу, мне еще нужно в прыжке выстрелить, там, не знаю сколько, скорее всего, 3 раза в эту штуку. При этом это все в прыжке будет происходить, там, где там мышку видно. Да, вроде. Нет, не видно на стриме. Ну вот, и... А, не, его видно. То есть вот так прыгнуть, выстрелить, потом сюда, и тут надо как-то вот так, и туда. А, нету ачивок за Demon Donut? Ну тогда... Тогда казуально. Не знаю, может быть наоборот за кого-то из первых. Блин, мне надо вот этих двух убить как-то быстро так, чтобы я с платформы уже не тратил прыжков вообще. Потому что иначе я не запрыгну туда. Как-то так. Потный момент. В смысле, ты этот момент не прошел? Или ты его прошел, ты после него больше не играл? Геймпад сломался сам. Да, обязательно убивать, иначе стена вот эта не пропадет. Видишь, стена фиолетовая? Она пропадает только если убить их. Блин, я не убил. Какого фига? Да что такое? Почему он не убивается? Да что, ты издеваешься, что ли? Я не понял. Посмотрим, если пройду сегодня этот момент. Обшиб задел.
Да лол. Ну. Как-то вот оно очень тут. Вот тут вот реально микроконтроль. Наоборот, хорошо. Оно потому что он на дальнее расстояние бьет. А, без урона есть, да, ачивка? Ну, отлично, а чё? Кабино откроет, я уверен. Один прыжок не завезли. Да. Да не, на самом деле. Там просто собачек научиться нормально микрить и... И как бы просто надеяться, что тебя не убьют эти... булавы, которые летающие. А остальное, в общем-то, там... Ну, то есть там все заучить можно. Не, можно без урона их пройти, конечно. Не, я не буду смотреть. В смысле, я думал, это ж... Я тебя перепутал. Нет, это можно. Первый уровень посмотрю. Ой. Блин. Случайно переключил. Ну. Ну ты видишь, вот, у тебя есть даже видео, ну ты не можешь делать как на видео. Там просто нужен очень точный тайминг, чтобы в максимальной точке сделать максимальный полет. Так тут тоже есть режим всю игру без урона, пророк. Поставь галочку Doomit мод и Hellspawn мод, о котором нам так что рассказывали. Все, у тебя будет без урона и без сейвов. А, ачивку? Ну. Да что ж такое? Ну да, что-то какой-то ангел очень суровый получается. Тяжелое место достаточно. Ну, что-то я затормозил. Ладно, хоть музыка не рестартится. А то бы сейчас тут страдали с этой музыкой. Не, ну, блин, всю игру пройти без смертей, это... Ну, посмотрите, просто вот ошибка одна в управлении, и ты тупо там не сделал подкат, например. Ну, это лол. Ну, не.
Может быть, на клавиатуре более четко можно движение делать, но я на клавиатуре вообще не смог разобраться с управлением. Я же начинал на клавиатуре, прям вот самой первой попытки. И что-то это пипец какой-то. Смотрите, там еще платформы разрушающиеся. Блин, а там такой тоненький прыжок, ты ж... Что за срань, блин, пипец. Походу, это момент вообще боль-боль. Наверное, я его не скоро пройду. Уже 290 смертей. Смотрите, этот уровень, походу, будет одним из самых фармящих. Да что ты делаешь-то? Да, он еще пока ты вниз выстрелишь, это целая проблема тоже. Ну, я вообще-то прочитал. А, даже пропасти не убивают. Лол. Да, это что-то совсем как-то странно. Совсем другая игра. Что-то там вообще так тонко. Да лол. Но, по-моему, все равно не запрыгнул бы. Так, блин, самое смешное, что это почти, это только до платформы. А там я еще по-любому залажаю. И, ну, как бы, то есть еще не один раз туда нужно дойти. Ну, что там? Чё-то фигня. Не понял, это что, типа какая-то бетка, что ли, или что? Привет, Санёк. Не видел. А зачем мне было смотреть в бета-версию игры? Ну серьезно. Я специально ждал, пока выйдет. И в релиз начал играть. Я ни одного стрима не смотрел. Пови, ничего. Я вот она вышла, я ее впервые видел вообще просто. Но только, ну, в Стиме я видел это видео, которое вот, ну, трейлер и все. Я всегда так люблю делать. А зачем себе спойлерить все? Ну, я не понимаю просто.
Ви это ангел. Вот видишь, я играю за ангела, это ее Ви зовут. Игра называется Wings of Ви, крылья Ви, то есть ее крылья. Ну, я обычно видео не смотрю на стримах Индии. Ну, как-то это неудобно, и зрители сидят, ждут. Ну, я такое не люблю обычно. После стрима можно. Стоп, а для чего вот эта дырка? Странно. Я думал, может там секретка. Как же там? Вот надо там впритык под шипами пройти. Просто впритык под шипами надо пройти. Или может подкат там сделать? Слушайте, может подкат сделать? Хотя, наверное, он не поможет особо. Или поможет. Ну, картинку можно. Это что, типа эволюция? Ну, жесть, это фея, конечно. Вначале вообще что-то стрёмное. Я ж подкат хотел сделать. Что-то я не то делаю. Да что ж ты, ну? Почему он не убивает? Блин, что-то теперь не выходит. Я теперь не достаю из-за этого. Как у босса? Мне все-таки то оружие лучше. Не получается. Там надо два раза успеть ударить. Ну, во-первых, мне это никак не мешает, а во-вторых, я не могу вернуться. Видишь, платформа-то разрушается. То есть я обратно... Ну, то есть вернуться-то я могу, но потом что я буду делать?
Жирный Ви. Прикол. Интересно, где это найти? Какая-то секретка, походу. Не могла, что ли, зубами зацепиться? Ну, серьезно. Привет, Гим. Там подкат я не успеваю сделать, не знаю, не хватает реакции, наверное. Но мне кажется, там все-таки без подката можно. Так это не первый раз в этой игре пророк. Тут был тайминг хантинг. Как это сказать-то правильно? Ну, короче, тут жесткие моменты есть. Причем они, как ты понимаешь, не изменятся от того, что ты играешь на ангел моде. Потому что, ну, дизайн уровня это такой же остается. Good level design, ну ты понял. Как-то почти так проходит все это. 406 смертей уже на этом уровне. Мне интересно, чем на ангел моде тут проще? Может быть этих надо только один тут враг летает? Ну вот, скажем, только сверху или только снизу. Ну блин. Ну... Как его убить-то нормально там? Что-то пипец какой-то. То есть я там прыгаю, так-так, и как-то... А сколько ему? 3 хватит? Нет, стойте. Да удаляй. Я хочу проверить, ему 3 хватает? Но я думаю, по-любому должно хватать. А, по-моему, даже 2 тоже хватит, да? А, 2 шарика всего лишь хватает. Пока летишь? В смысле, пока летишь? Нет, там надо обувь в полете сделать.
Там проблема, что надо эти шарики выпустить горизонтально. Через портал не пролетает. Видишь? На телефоне высветилось, что у Теркила завтра день рождения. Это, видимо, со скайпа подтянулось. Это не соответствует действительности? Ну, наверное, я не знаю. Наверное, я говорю, со скайпа, скорее всего, подтянулось. Ну, это автоматический календарь же работает. Да что-то оно не убивается. Положи в холодильник. Ну, действительно. Очень точные надо делать движения. И вот это жуткая комбо, как бы из-за этого игра сложная. Из-за комбо вот этих вот. То, что прыжок, выстрел, подкат, полет, прыжок, второй там и так далее. А во всяких айванах там как бы, ну, механики мало, поэтому, ну, там комбо как бы особо нету. То есть только двойной прыжок максимум там. Ну, может, выстрел. Ну, и то редко. Обычно бывает, что в прыжке надо выстрел делать. Только на боссов. Лол. Привет, Dark Mao.
Сейчас, должно уже скоро получиться. Давай же, ну. Вообще сегодня, конечно, стрим такой был. Ну, был, ну, в смысле, есть, идет. Незапланированный, но сегодня же понедельник. Давай, пророк. Это эта кнопка, короче, она пауза, ну, тут, ну, якобы пауза делает, которая не является паузой. Я случайно ее задеваю. Ну, блин, как раз я сразу запрыгнул бы на платформу. Что-то пошло не так. Ну, как бы да, потому что здесь много кнопок используется. Конечно, на клавиатуре направление легче контролить, ну легче управлять именно стрелочкой, да, но... Блин, все-таки вот эти вот комбинации, типа прыжок, там, стрелять, крылья... На геймпаде удобнее, потому что кнопки под одним пальцем все. Тыркил вообще без проблем. Вообще без проблем. Какая разница? Если что, кидай ссылку на свой канал. Посмотрим. Тем более ты вроде как хардкорный игрок, так что... Да что такое? Да вот как-то вот забивается иногда такт и перестает вообще получаться, ну что это такое? Да что такое, я даже кнопку перепутал. Так говоришь, будто бы 31 год, это уже все, короче. Отползаешь там постепенно, не знаю, на кладбище. Лол. Ну блин, как же это сделать-то? Может быть, крылья использовать и одним прыжком потом перепрыгнуть? То есть, смотрите, получается, я вот так... Прыгаю, да? Стреляю, крыльями тут лечу, потом падаю и вот так прыжком фигак. За прохождение демон мода? Ну, удаляй. Еще. Как бы, ну, знаешь, это глупое на самом деле предрассудок, то есть
Ну знаешь, а многие там в 31 год, там, не знаю, в барах пьют или еще что-то, в карты раньше там играли, да, там и так далее, в казино играют. Ну, то есть. А игры хотя бы безобидные. И ни на здоровье не влияют, ни на бюджет. Ну, конечно, кроме если ты их покупаешь. Ну что это такое? Так что, как бы, по-моему, это нормально, в принципе. Если тебе нравится, почему нет? Не, ну понятно, что если ты бросил работу и играешь, да? Ну, ну, то есть, как бы, это другой вопрос. Но если просто свободное время, то почему нет? Ну, это чьи-то предрассудки, как бы. Какая тебе разница, что там говорят? Да, и домино игра. Домино можно даже на планшете играть. А, ну правда, ну, на двух планшетах, типа, по сети, чтобы не видеть доминошки друг друга. Блин, ну как-то вот оно потно там. У меня не срабатывает эта комбинация пока. Ну вообще да, я такого давно не видел. Наверное, те, кто так делал, блин, они уже не могут выходить и играть, ну, в силу возраста. А более молодые, наверное, ну, все-таки уже другим занимаются. Охренеть, сколько я сегодня смертей нафармил. Это реально, это самый фарм вот из всех, что был в этой игре. Да хорош паузу дурацкую жать. Как можно было паузу на эту кнопку сделать? Где настроить управление? Наверное, только в главном меню. Да, уже почти 600. Но я уже почти прохожу.
Да, блин. Да хорош, ну чё ж ты умираешь-то об это, ну... Да лол, ну это как бы, не знаю. Немножко нервничаю. Да вся игра изи что с обсервер. Я не знаю, что ты ее не стримишь. Пророк говорю, я просто волнуюсь, видимо. Ну я сейчас вообще два на прыжок сделал просто. Киллл никак, ну само должно пройти. Ну чё за, ну лол. И не убил, и умер опять так же самое. Ну ядрить. Да что ж такое, лол, почему не получается? Не, ну то, что я не убил, это ладно, ну хрен с ним, но почему не получается запрыгнуть? Ну, блин, это, наверное, сейчас была самая близкая попытка из всех. Что я сейчас сделал, вообще жесть?
Да что ж такое, ну давай ты запрыгни. Просто там, понимаете, очень тоненький момент. Если я задену этот шип хоть краешком там пятки, он съест. Может быть там ниже падать шипа и как бы по параболе сделать, а не начинать прыгать как... Блин, наверное, надо так и сделать было. Ну, привет еще раз. Блин, что-то я сейчас не то делаю. Фух. О, как хорошо. Мой мозг бы сейчас взорвался уже. И, короче, никто не ждал, но на этом стрим заканчивается. Все, я вымотался просто в мясо. Сколько мы процентов там прошли? 70% прошли. Все, короче, на этом заканчиваю. Че, ну, как обычно, как я говорил, что следующий стрим, скорее всего, опять будет по Ви, если я буду стримить до субботы. Ну, либо в субботу, как обычно, рубрика «Нас по Иванам». Вот. Ну или еще, конечно, может быть всегда Star Trek в четверг или воскресенье, но это от Фабиновича зависит. Ну посмотрим, короче. Все, всем спасибо, что смотрели, спасибо, что подсказывали. Всем пока, увидимся на следующих стримах.